Всех приветствую, продолжаем знакомиться с работами художников и по возможности с их автобиографией. Леон Агюстен Лермит, французский художник реализма и тесно связанного с ним натурализма. Я пользуюсь переводной Википедией и данными, которые я нашел в интернете, их не очень много. Его излюбленными сюжетами были пейзажные сцены, часто изображающие простую крестьянскую жизнь. Лермит родился в семье учителя в регионе Энна в 1844 году к северу от Парижа. В возрасте 19 лет переехал в Париж, учился в императорской школе де Сен. Его учителем был известный художник Лекок де Буабодран, который также обучал Родена. С ним и он прошел, среди прочего, курс рисования по памяти, в кавычках. Его первый рисунок был выставлен в парижском салоне уже год спустя. Большой прорыв произошел в 1866 году, когда Лермит выставил свою первую картину. Во время визита в Лондон в 1869 он познакомился с художником Альфонсом Легро, который в конце концов познакомил его с арт-дилером Полем Дюран Рюэлем. Картины Лермита превосходно продавались в этой галерее, получили признание критиков. Лермит получил множество наград за свою карьеру, был награжден орденом Почетного легиона, а его картина «Урожай» была награждена медалью Парижского салона в 1874 году. У него было много поклонников, в том числе Роден, Пьеве де Шаван и, что наиболее важно, Винсент ван Гог. Тот был в восторге от реалистичного изображения фигур на картинах Лермита и его новаторского использования пастельной живописи. Говорят, что ван Гог однажды сказал о работах Лермита, что он не видел ничего более прекрасного в течение многих лет. Кроме того, он сравнил свою технику работы со светом и цветом с техникой Рембрандта. Лермит восхищался французским художником Жаном Франсуа Милле, который также был величайшим образцом для подражания. В поздние годы был слишком слаб, чтобы работать над более крупными проектами. В последние годы своей активной деятельности он в основном посвятил себе пастельной живописи. Умер в своем родном городе Монсерпер в 1925 году. Ну вот так вкратце о французском художнике Леон Агюстен Лермит. Пока-пока, до свидания.